Я хотел бы для сего святого храма преподнести икону святителя исповедника Марка Ефесского. Он жил в далеком 15 веке. И когда церковь православную хотели соблазнить унией, еретическим отступлением от истин православной веры, и когда на этот соблазн откликнулись многие иерархи, Марк Ефесский практически один сохранил веру православную, но с такой силой защитил ее, что благодаря его трудам не произошло того, что могло разрушить веру православную. И взирая на этот образ, вспоминайте то, что я вам рассказал о святителе Марке Ефесском. И также будьте бдительны, храните православную веру как великую драгоценность, на которой только основывая, мы и можем организовать мирную, процветающую и духовно богатую.